Ihre Sprengkraft ist gigantisch. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben die stärkste Vakuumbombe der Welt erfolgreich getestet. Der russische Fernsehsender ORT strahlte Bilder des Tests aus, auf denen ein Kampfflugzeug die Bombe über einem Versuchsgelände abwirft. Nach einer großen Explosion folgen Aufnahmen von zerstörten Gebäuden und verbrannter Erde. Der Vizestabschef der russischen Streitkräfte, Alexander Rukshin, nimmt zu den Tests Stellung. Die Tests mit der neuen Aerosolwaffe haben gezeigt, dass ihre Effektivität und Sprengkraft vergleichbar ist mit denen einer Atombombe. Gleichzeitig möchte ich aber besonders die Tatsache unterstreichen, dass sie anders als Atombomben keinerlei Gefahr für unsere natürliche Umwelt darstellt. Aus russischer Sicht verstößt dieser militärische Eingriff nicht gegen internationale Verträge und tritt auch kein neues Wettrüsten los. Diese Waffe garantiert die nationale Sicherheit. Wir können damit den internationalen Terrorismus in jeder Situation und Region bekämpfen. Die große Zerstörungskraft der Bombe liegt in der auf die Explosion folgenden Druckwelle und unglaublicher Hitze. Alles, was lebt, verdunstet einfach, hieß es. Смотрите прямо сейчас. Супероружие. Создана бомба, которая в несколько раз мощнее ядерной. Это испытание вакуумной бомбы, самой мощной бомбы в мире. Все живые организмы, попавшие в радиус ее поражения, погибают. От вакуумной бомбы невозможно спастись или спрятаться. Без преувеличения, это оружие из разряда фантастики. Оружие очень эффективное. И хорошо, что оно есть на вооружении нашей армии. Все секреты вакуумной бомбы спрятаны в конструкторских особенностях. Многие из них военная тайна и хранятся под грифом «совершенно секретно». Но одно известно точно. Впервые в мире российские оружейники применили в бомбе не твердое взрывчатое вещество, а газообразное. По мощности оно превышает тротил в десятки раз. Если не замкнутое пространство, полуоткрытое, это складки местности, это какие-то там ущелья небольшие в горах. Вот это вещество горючее, оно проникает везде. И происходит одновременно детонация этого распыленного вещества. И поэтому, собственно говоря, укрыться от него невозможно. Вакуумная бомба состоит из контейнера с газообразной взрывчаткой и независимого взрывателя. После того, как бомбу сбросили из бомбардировщика, она достигает заданной высоты и практически разваливается на куски. Взрывчатка распыляется и проникает в сооружение. Через доли секунды происходит подрыв и образуется мощная ударная волна. За короткий промежуток времени в пространстве сжигается весь кислород, и образовавшийся вакуум просто схлопывается. Другими словами, человек, который попал в разряженный воздух, умирает от разрыва сосудов. Это главное отличие вакуумной бомбы от всех остальных. Горючий газ свободно проникает в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов, окопы, подвалы, укрытия. Главное преимущество вакуумной бомбы – сверхзвуковая ударная волна и невероятно высокая температура. Еще одно важное достоинство вакуумной бомбы – ее невозможно сбить. Бомбардировщики, начиненные этими бомбами, сбрасывают их с высоты 15 тысяч метров. Сбить самолет на такой высоте не способно ни одно ПВО в мире, кроме российского. Более того, сама бомба может раскрыться абсолютно на любой высоте. А стрелять системам ПВО по горючему облаку будет уже бессмысленно. После взрыва вакуумной бомбы в воздухе стоит специфический сладковатый запах, а почва больше похожа на лунный грунт. Но нет ни химического, ни радиоактивного загрязнения. Это значит, что после уничтожения противника его территории можно использовать для проживания. У ядерного боеприпаса есть, значит, световое воздействие, да? Световой импульс, электромагнитный импульс, радиационное заражение местности, да? И так далее. Здесь ничего этого не присутствует. Поэтому, конечно, и сами разрушения, они будут, естественно, меньше. И самое главное, то, что это точно так же, как и после применения обычных средств поражения, территория, она совершенно не загрязнена. Как и многие другие виды оружия, вакуумная бомба своим рождением обязана германскому инженерному гению. В 1944 году ученые фашистской Германии обратили внимание на взрывы угольной пыли в шахтах и попытались смоделировать условия взрыва на открытом воздухе. Угольную пыль распыляли зарядом пороха и потом подрывали. После войны уникальные разработки достались союзникам, но большого интереса они не вызвали. Вернулись к ним почти 30 лет спустя в Советском Союзе.
Именно советские оружейники смогли создать оригинальный вакуумный заряд. Удивительный факт. В советское время разработку уникального... О современной вакуумной бомбе известно очень мало. У нее нет официального названия, есть лишь секретный шифр. Зато есть информация, что нашей бомбой сильно интересуются иностранные разведки. Особенно не дает покоя российская разработка ЦРУ.